что у нас как лазарет, не знаю, как сказать по-русски, но очень много игроков, которые не играли сегодня или не могли, или заболели, или как Микки получили травмы. Хочу сказать, что мы очень рады победе, и очень трудно еще говорить после игры сразу, но очень мы рады, потому что из Франции выезжаем с двоими победами.